Всем привет, с вами Имп, и это первый выпуск передачи «Ответы на вопросы по редактору карт». И самый популярный вопрос, который мне пишут в ВКонтакте, это «Как сделать зайца не судьбы в редакторе карт?». Чтобы сделать зайца не судьбы, нужно нажать Ctrl плюс S и поставить галочку «Добавить зайца не судьбы». Также тут можно увеличить количество белок, которые будут на данной локации. Итак, добавляем белку и шамана. Можно добавить несколько белок. И ждем тестировать карту. И вот у нас появляется заяц. У него есть следующие способности. Это землетрясение, каменный заяц, ускорение, воскрешение, плюнуть жвачкой в белок и плюнуть жвачкой в экран. Окаменение может толкать других белок. А ускорение ускоряет зайца на 300%. Также, когда заяц в камне, он не может плеваться жвачкой. Я такой вредный, что самому приятно! Вопросы по редактору карт вы можете присылать мне ВКонтакте. На самые интересные я сниму уроки. На этом у меня все. С вами был Имп. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Ha 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 ha!